Приветствую всех, кто находится на моем канале, подписчики, а также те, кто попал случайно. Мы играем в Готика Ночь Ворона, версия у нас 1.0. Итак, мы зарядили глаз Иноса после каменного дракона. И нам сейчас, если я не ошибаюсь, надо к болотному дракону попасть. Сейчас к нему и двинем. Каменный дракон. Мы одолели его. Сейчас, минутку. Так, так, так. Блин, это мои подопечные были. Всех убили. Никого не осталось. Ладно, ничего, не жалко их нахрен. Они людьми-то так себе были. Да и людьми они не были. Итак, у нас теперь остается болотный дракон, это я знаю точно. Знаю наверняка. Сегодня вторники. А там мой вызванный демон, да, пусть стоит. Напугал меня. Так. Сейчас я сохранюсь и попробую преодолеть вот так вот. В болотный лагерь попасть. И... Скуби-ду-би-ду! Бум! Блин. Там еще на камушек какой-то напоролся. Так. Ну, кстати, смотрите, как быстрый способ передвижения. Реально быстро тащит меня вода. Теплая вода. Золотой песок. К северу лицом. Сердцем на восток. Так, что-то я не понял. Мы тут не можем проплыть. Эй. Так, минутку. Подождите. А что, только в патчах, что ли, там болот, дракон есть? И как я за стену должен попадать? Так. Вот здесь в патчах есть проход. Это я точно помню. Там еще корабль орков есть, есть этот за забором. Что-то, ну-ка, минутку. Улу-мулу. Там вот в город можно к оркам сходить. По-моему, туда вот надо идти. У них там теперь город. Наверное. Хотя нет, я могу ошибаться, подождите. Давайте-ка. Сходим, посмотрим. Так, сейчас. Минутку, минутку. Колечко, колечко. Выйди на крылечко. Что это у меня такое? Что тут пакостил? Кот. Это был кот. Какой кот? Кот-бегемот. Ну ладно. Вот для начала давайте сходим сюда все-таки. На. Все. Это те, которые вот падали в лужу и плавали. Кстати, там можете сами поплавать. Мало ли, что там находится. Там бывает зелье и тому подобное. Кстати, так. Подождите, а тут закрыто. Не с той стороны еще. Все, берем. Так, в патчах здесь вот проход открыт. Это в первой готике тут была... Кто она? Гробница вот этих уродцев. Понятненько, так. Вы извините, но версия 1.0, я вот ее... толком-то не помню, что тут, потому что я говорю, я разыграл последний раз в патче, там да хрена всего было. Так, я пришел оттуда, там не было ни хрена, я туда выпал, забором обнесенная. Так, и, кстати, башня Сардоса, которая затоплена в патчах, да, туда можно тоже сплавать, там по заданию даже от Сардоса
Это аддон. Готика 2, Ночь Ворона, аддон, по-моему. Есть даже что там взять. Сферы какие-то собирать надо тут. Так, ладно. Сейчас я проверю, с другой стороны, смогу ли я за забор заплыть за этот. Если нет, значит, все, у меня драконы кончились. Будем исходить из этого. Драконы кончились, я, получается, всех драконов победил. Такой вот. Так, помимо аддона, там еще какой-то, еще продвинутый есть, еще даже немножко. И там еще больше всяких патчей этих, миссий, локаций. У меня самая бесячая, кстати, в аддоне была локация, это там, где жариться надо, там пустыня какая-то. Вот. Сама пустыня-то небольшая, ну, блин, с ориентирами с этими ни хрена не выходит. Из этих ориентиров. Так, здесь мы не можем проплыть под ней. По-моему, так. Так, давайте сохранюсь. Да. Не можем. Вот. Потом локации есть. Некоторые это туннели. Вот причем здесь, в долине рудников. Вот. В долине рудников есть локации. Это пещеры всякие, где надо собирать там всякую хрень. Ну ладно. Телепорт в замок. Хопа. Пожди, а я Глассиноса зарядила. Нахрена он мне нужен-то сейчас? Если я... А, точно, мне же еще с другим драконом говорить надо. Так. Драконоборцы. У меня есть новости о драконах. Докладывай. Я убил дракона в болоте. Дракон в каменной крепости к югу отсюда. Огненный дракон из вулкана на юге больше... Это хорошие новости. Вот, возьми эти деньги. Все драконы мертвы. Все? То есть зло изгнано? Нет. Осталось. Разве не драконы были предводителями орков? Да нет, конечно. Да, это так. Но у них также есть свой хозяин. Мы должны уничтожить и его тоже. Я, к сожалению, ничем не могу тебе помочь. Я должен охранять руду. А пишем, делаем уроки. Кстати, тоже все еще здесь. Тебе придется сделать это самому. Да защитит тебя Инос. Так, ну значит, с драконами все. Если вы играете в патче, у вас там есть дракон. Хошпак, отлично. На болоте. Это обязательно я думаю, это позволит. Ищите противоядие себе там, потому что все яди будет. Неделю. И да, ты наш герой. Так, ну ладно. Ах, оставь меня. Так, ладно. Пойду этим драконоборцам. Скажу, что все драконы мертвы, что я один такой крутой перец, а вы все лошары. Не говори, что ты не знал этого. Все отлично. Если бы у нас... Ну и все. Не могу поверить в это. Эй, ты! Так может продолжаться вечность. Думаю... Нет. Он узнал это не от меня. Эй! Ян Орлазоров, обучи меня кузнечному делу, что... Аж... Ничего, насколько... Проблем. Я при... Хорошо. Думаю, из этого заходи завтра и получишь свои... Получишь свои доспехи. Это не новость. Ну, давай. Лягем поспать до утра. Все равно у нас ничего не изменится. Просто хочу узнать, что это за... Так, спать до утра. Днем больше, днем меньше. Роль не играет здесь. Так. Эй, ты! Давай. Это настоящее произведение искусства. Для тебя особая цена. Что? Ну, не надо так. Мне же тоже нужно зарабатывать.
на этот счет. Ну давай. Ты увидишь. Ладно. Я еще и день потратил на тебя. Ладно. Давайте телепортируемся отсюда. Я так понимаю, нам здесь больше и делать-то нечего. Так. В демоническую башню телепорт проходу Хариниса. Давай. Опа. Где тут? Где-то тут. Вот здесь, по-моему. А вот в патчах это тоже своя локация. Даже вот этот лабиринт. Сейчас, минутку, я сейчас проверю еще задание у дочери. Кстати, местность показана, где тут хранитель должен появиться. Глава 5. Блин, а я там уже побывал, надо только ключ теперь. Ничего страшного, сейчас мы все возьмем. Минут. Так. Куда мне надо? Мне надо, по идее, к Сардосу. Ну, давайте глянем сначала, что у нас здесь. Орки есть? Кто тут появился, пока меня не было? Ау! Ау, я тебя все равно найду. Ау. А, кстати, ау, эта песня вообще этот. Кто он, дай бог памяти? Розенбаум. Ауели. Ауели, ауели. Так. На. Ой. Ты что, ты что, ты что, ты? Да подожди, сейчас вам вломят. Вот он. Ой. А я просто по кругу буду бежать. На. Ой. Ой. Чё, вы забить его не можете? Подождите вы. Он еще один ищущий. На. Вот он. Попа, и мимо. Так. Даже не знаю, куда мне сейчас податься первым. Так, то, что драконы мертвы, Лита, это похрену будет. Это было так, как ты сказал. Давай, телепортируемся к Сардосу, наверное. Проблем. Так, нет, сначала давайте в порт. Я не знаю, будем все по порядочку. Я уже... Минутку. Так, эй, ты. Давайте-ка. Почему ты не охотишься? Это не по мне. Нет уж, спасибо. Так. Ладно. Это действительно правда. Бог с тобой. Я ей больше ничего не скажу. Так, так, так. Я слышала другое. Малдор. О! Точно. Хочу кое-что проверить. Так, ладно, надо зайти. Так. Негодяй, что Орден Воды много раз предупреждал тебя об опасности. Тем не менее, я узнал, что ты ушел с пути. Ты убивал и грабил всех и вся. Множество невинных людей... Теперь ты... Что ты можешь сказать?
А что я могу? Мне очень жаль. Я буду молиться за тебя и просить Бога. Горе тебе, если я услышу хотя бы об одном. А кого я убил? Так. Минутку. Так. Спасибо, что помог. Спасибо, что помог восстановить глаз Иннеса. А кого я убил, я ж не помню. Оставь пустые слова благодарности. Надеюсь увидеть тебя опять. Драконы больше не будут сеять хаос. Я знал, что ты вернешься в добром здравии. Я знаю. Тогда найди себе снаряжение получше и приходи ко мне, если тебе нужно. Так. Я... Да не надо мне это, мне надо... Вообще другое. Эй! Эй! Мне... Думал, тебе хоть польза будет. А кого я убил-то? Но Аданас понял, что так не будет существовать ничего. Ни света... Продажника, что ли, этого? Никто ничему не учится. Не знаю. Ой. А что это у вас тут? Лучше не говори, не надо. Ладно, подождите. Эй, ты! Я тоже так считаю. И пока ничего. Не говори, что ты не знал этого. Что тебе здесь нужно? Уходи! Врач! Да врач! Подождите вы! Убирайся отсюда! В этом месте иногда слова не доходят. Я сказал, пошел прочь! Да подождите вы. Я просто хочу проверить кое-что. Эй. Сейчас, минутку. Мне бы где бы сделать-то их? Так, у тебя где-то сундук должен быть. Это было всегда. Что тебе здесь нужно? Уходи! Врач! Убери свои грязные руки! Иногда слова так. Не доходят. Блин, я хочу узнать, где находится эта записка. А меня бесит уже просто. А, вот. Так. Это не мои проблемы. Где бы? Иннес все видит. В наши дни даже и не знаешь, кому верить. Сейчас, минутку. Какая надо все? Все. Никто ничему не учится у меня. Он думает, это так. Так. Вообще не то. Да, проваливай отсюда. Я лучше не буду вмешиваться. Я полный. Ой-ой-ой. Просто переносите на магии. Стой. Блин. Все глюкнуло. Еще одним монстром меньше. Все глюкнуло просто. Сейчас. Ни хрена себе. Все как сразу закипишили. Там. Бои такие. Ладно. Так. Я ничего. Что бы то ни было. Иннес все видит. Идем. Рассказывал.
что драконы были побеждены. Сейчас, минутку. Так, лорд Хаген. Драконы мертвы. Я знал, что Ина сдаст тебе силы, что... Как там с Рудой? Орки все еще осаждают замков. Черт! Ничего страшного. Я не способен справиться с ситуацией. Я кучка орков не остановит меня. Я уже отдал приказ своим людям. Мы все отправимся туда. Это должно быть достаточно, чтобы наконец разделаться с этими орками. Еще хорошо, а то опять писать будешь все заново. Так. Теперь здесь. Блин, 12 тысяч. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я лучше не буду вмешиваться. Так. Надо теперь к этому пойти, к Сардосу. Так. На это не стоит надеяться. Телепорт. Ты что здесь делаешь вообще первоначально-то? Тихо. Там ничего нет. Так. Подождите минутку. Где-то еще крыльями маш наверху, наверное. Давай, 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 давай. Беги, беги, беги. Тихо. Нечего взять. На, подожди. Двое. И того их было трое тут. Там ничего нет. Сардос. Что-то не понял, куда. Блин, да что в горле-то такое? Куда в Сардос девался? Смотрите. Так. Ладно. Предположим, что он там у меня где-то. Наверху. Так. Куда тебя вышибло-то? Лорд демона. На. А где ты? Эй. Что-то не понял. Так, ну единственное, что я понял по заставке, что мне надо к магам огня. Да блин. А чё, я не могу с лорда демона ничего взять? Что за нахнагель? Так. Что здесь происходит? Кто виноват, что делать? А? Что делать? Кто виноват? А, во. Ну-ка, давай-ка с тобой поговорим. Эй, ты! Где Ксар? Он ушел, а его башню заняли эти демонические создания. Я думаю, он просто не хочет, чтобы кто-нибудь шарил в башне в его отсутствие. Куда он отправился? Он не сказал. Он только попросил меня передать тебе это письмо.
Я прочел его. Извини, мне было... И? Не знаю, я ничего не понял. Но мне ясно одно. Ксардоса мы теперь увидим. Я думаю, здесь стало слишком жарко для него. Эх. Ты не... Мои головные боли стали просто невыносимыми. А теперь еще эти люди-ящеры постоянно нап... Я думаю, мне лучше... Так. Ну-ка, давайте-ка почитаем, что это за письмо такое. Где ты? Письмо. Так, важное сообщение зеленого послушника Улу-Мулу. Так, Ангуса Вильяма. Так, сообщение Горну. Так, старое письмо на трясущейся рукой в долине рудников. В долине рудников. Записка из пещеры долины рудников. Так. Барго. Так. Прощание Люси. Текст песни. Письмо было. Так, сбежавшего заключенного. Пропуск. Заколодная. Приказы. Вот письмо Ксардоса. Я полагал, что один из драконов в долине рудников являлся источником зла. Я ошибался. Если все прошло так, как я предполагаю, ты сейчас должен искать черного чертоги Иордата. В книге, что ты отдал Пирокару, содержатся все необходимые тебе ключи. Я должен был догадаться, почему ищущие так хотели заполучить ее. Ты должен вернуть ее себе. Эту книгу открывают слова Карах Бендаро. Никому не говори об этом. А меня сейчас ждут более важные дела. Я не могу помочь тебе в твоей последней задаче. Только ты можешь уничтожить источники зла. Мы еще встретимся. Ну вот я говорю же, туда мне надо было. Ну, правда, надо было все равно читать это письмо. Где тут огонек у меня? Кругу солнца. Вот он. Монастырь. И опаньки. Так. Блин, думал, тут хотя бы ящеры какие-то будут. Нет. Ты мне что скажешь? Я убил всех. Я убил. Правда? Если ты действительно сделал это. Я? Конечно же. Кто ж еще? Новости тебя даже спрашивать не буду. Понятия так. Не имею, скажи мне. Нос. Пирокар. Все драконы мира. Это воистину хорошие новости. Ищущие все еще не ушли. Скорее наоборот. Я слышу все больше и больше сообщений о том, что за последние несколько дней их численность даже увеличилась. Уничтожение драконов нанесло врагу серьезный удар, но... Но зло не так, не так, я говорил с драконами. Я что не сказал? Они все время говорили о силе их хозяина и о том, что он находится в чертогах Ирдората. Да пребудет с нами Инос. Черный храм восстановил свою силу и... И теперь приспешников отправляют в наш мир. Что такое черт? Что такое эти чертоги Ирдората? Восточный храм вызова бога Белиара. Всего на земле Миртаны, их четыре, но этот... Вероятно, самый ужасный храм из всех. Около 40 лет назад... В Диабло, по-моему, такие есть. Северные и западные храмы этого ужасного божества были уничтожены. Мужественные рыцари того времени отдали все, чтобы сравнять эти величественные сооружения с землей. Тогда черные орды врага были бессильны против превосходящих их мужеством и числом рыцарей и паладинов. Было бы несложно уничтожить и оставшись, но после того, как пал второй храм, они просто растворились. Растворился. Не смейся, Сид. Поэтому сначала ты должен найти этот храм. Посмотрим. Так. Книга Ксардоса. Я ожидал, что ты спросишь. Она закрыта при помощи магии. Этот проклятый Ксардос сыграл. Могу я увидеть эту книгу? Будь моим гостем, но я представить себе не могу, что тебе удастся преуспеть там, но все же ты можешь попытаться. Так. Все так, здесь у меня золотые чаши я даже брать не буду.
Так, он не помню, у кого ключ от этой двери. Честно скажу, не помню. Так. 12 тысяч нахрен за чешуйки, вы чё, блин? Тебе нельзя. Пирокар сказал, что мне можно взять книгу к... Ну, если он это сказал. На химическом столе это... Я на... Что? За книжной полкой. А что за дверь? Похоже, там старый подвал. Это важная новость. А пока ты должен вы... Я был в этом. И что ты там нашел? Там был скелет воина охраняющего. Отлично. Мы разберемся с этим подвалом, когда победим зло. Блин. Победим зло. Опять то же самое. Вот. Чертоги Ирдората. Понятия не имею, скажи мне. Харак Бендаро. О, книга открылась. Там внутри лежит письмо и ключ. Так. И я закрыл вход в библиотеку секретной дверью, чтобы защитить мои записи. Так, я узнал об этих записях, эти идиоты, вероятно, уничтожили бы их. А теперь они знают только то, что эти храмы когда-то существовали на всякий случай. И я вызвал несколько слуг охранять эту библиотеку. Так. Подождите, ну там же еще письмо было. Так. Блин, записка. Долине рудников. Этого я тебе сказать не могу. Так. Текст песни. Так, письмо заключенного сбежавшего. Так, закладная. Так, вот она, понятная записка. Лампа несет свет нижним уровнем. Ну, это то, что вот открыли мы здесь, я думал. Что-то важное, что-то такое, чего мы не знаем с вами, но мы-то с вами знаем многое уже. Давай. Опаньки. Да, опатушеньки. Прошли. И вот они дверку эту открыли. Кто там? Мне еще что, надо что-то будет это отвечать правильно, неправильно. Ой, подожди. Ну-ка, давай-ка я сменю немножко свет. На другой свет, так. Скажи мне, что это не так. Как может продолжаться вечно? Вот он. Тоже мне большое дело. Так. Блин, близкий. Да стойте вы. На. На. Давай, кто там еще? Точно знаю, что попадаю. Точно знаю, что попадаю. Так. Подождите, с той стороны у меня скелетов больше нет? Нет, ни дверки, ни потайного входа, ничего нету. А значит, здесь что-то надо искать. Ну, здесь только вот альманах. Я надеюсь, что этот купол защитит руду от коварства Белиара. Король настолько наивен, что верит, что мы строим этот купол для предотвращения побегов. Что ж, пока эта уловка позволяет нам следовать нашей высшей цели, пусть так и будет. Мне остается только надеяться, что у нас останется достаточно времени, чтобы подготовиться к битве.
Как только купол вокруг долины рудников будет воздвигнут, я соберу все имеющиеся в моем распоряжении силы, чтобы принять участие в грядущей битве. Оружие повелителя драконов сделал так, чтобы сделать доспехи из чешуи дракона максимально прочности чешуйки можно покрыть рудой, добытой в долине на острове Каринис. Чтобы изготовить меч, достойный повелителя драконов, этот меч должен быть закален в драконьей крови. 5 мензурок крови могут придать стали непревзойденную остроту и прочность. Примечание. Каринис, вероятно, соответствует нынешнему названию Харинес. Так, это где искать? Чертоги Иордана. Я так понимаю. Так, зелье берем. Пыльная книга. Ну, давайте смотрим пыльную книгу. Пыльная книга. Так. Дневник. Так, книга платежей. Долговая книга. Вот, пыльная книга. Теперь я почти уверен, что здание, в котором идет речь, чертоги Иордана, они находятся на острове недалеко от гавани Харинеса. Интерес Белиара к этим шахтам вполне очевиден. Ну, это вот про то, что я говорил, он на острове находится. И карту. Так, долина рудников, карта Нефарса. Можно дойти не совершенно. Вот остров. Так, а вот где ты скрываешься. Чертовски. Давай, давай, давай. Сейчас выйдем назад. Скажем, что у нас все хорошо. Прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Так. Надо сказать, что еще, что мы там нашли. Что нашли, что не нашли. Неважно. Эй, ты! Эй, ты! Так, мне от вас здесь ничего не надо. Угу. Идем, идем, идем выше и выше и выше. Так. На это не стоит надеяться. Что это такое было? Что за звук прискорбия такой? Ты-дыщ. Что, началась передача человека на казета? Человек и закон или что? Я... Так. Я смог открыть книгу Кса. Что? Как у тебя это получилось? Ксардес рассказал мне секрет. Ах, вот оно что! Как интересно. Мне остается только надеяться, что я предостерегаю тебя. Не поддавайся на уловки этого старого дьявола. Так. Я знаю, где нужно искать чертоги Ирдарат. Этот храм находится на острове. Это великолепно. Тогда тебе понадобится корабль. Но помни, что ты должен хорошо подготовиться. Где мне найти команду? Твоя команда должна состоять... Поговори со своими друзьями. И подумай, тебе там наверняка понадобится маг. Но, к сожалению, тебе придется поискать мага. Так, ну это под что такое слезы Иноса? Что такое слезы Иноса? Это не более чем старые детские сказки. Это не секрет. Я нашел... Этого не может быть. А где я его нашел? В чем дело? Если это действительно... Настоящие слезы Иноса? Вряд ли. Не прерывай меня. Если это действительно настоящие слезы... Против врага. Что ты имеешь в виду под оружием? Легенда гласит, что под воздействием этой субстанции воины Иноса могли... Им была неведома усталость. Величайшие героические подвиги прошлых дней... Понятно. Но эти слезы... Могут также приносить любого другого, даже паладина нашего владыки. Так, что такое слезы Иноса первоначально? Наркота, что ли? Инос осознал, что ему придется сражаться с Белиаром, своим собственным братом, чтобы сохранить созданное, слезы потекли из глаз его и упали в наш мир. Их было много,
ибо сердце его было переполнено печалью. Ближе где? Люди, нашедшие его слезы и попробовавшие их, обретали сверхъестественную силу и ясность ума. Они стали первыми членами братства огня. Эти слезы давали им силу, мужество и мудрость. Так. Йорген опытный моряк. Боюсь, это будет не так уж. Он попросился работать в нашем монастыре, но он не платил вступительного взноса. Йорген должен сначала закончить свою работу, а потом ты можешь забрать его, если пожелаешь. Сколько времени? Он в первый же день съел целую гору продуктов. Этой провизии обычно, поэтому я не могу отпустить его, пока он... В наших садах 3 месяца сделать, чтобы забрать... Так, сейчас. А что можно сделать? Действительно, есть кое-что, что ты мог бы... Мое внимание привлекло то, что последние несколько дней много людей слышало громкие вопли. Короче, демонов надо убить тебе. Еще не хватало. Тогда ты сможешь... Башня Ксардаса больше никого не будет беспокоить. Так, что там было? Нет, подожди, я не хочу даже... Если Йорген тебе все еще нужен, да хранит тебя... Ага, овцу. Так, это вот овцу, кстати, мы могли у Пеппы купить и привезти, если хотели стать магами огня. Как на... Да увинь... Так. Ему стоило 100 раз подумать. Где ты... Вот он ты. Отличаешься же от всех. Подожди минутку. Я расплачу. Правда. Тебе лучше не... О, ладно. Может быть, я смогу... Ты не издеваешься надо мной, парень. Тому, кто сказал тебе это. Будь моим капитаном. Это большая честь для меня. Должен заметить, нам... Хорошо. Я посмотрю, что можно... Есть, сэр. Подожди минутку. Как говорится в Писании. Так. Маг за пределами. Это вот он. Эй, я слышал, ты про... Ничто не изменит это. Я знаю, где скрывается. Это наш шанс. Мы должны отправляться туда немедленно. Ты говорил с Диего. Я думаю. А что насчет Горна? Поговори. И не забудь Лестера. Если ты не вытащишь его из долины, он сгниет там. Я также вижу свою роль во всем этом. Ему стоило лучше подумать. Добро, встретимся в гавани. Хорошо. Лучше не говори, не надо. Так, теперь минутку. Тебе не стоит спрашивать меня об этом. Где у меня? Это не секрет. Ты уже знаешь, что я думаю. Так. Пустите меня. Мне надо пробежаться, посмотреть, что творится. А то меня в последнее время в курс дела не вводит, что тут на острове происходит в моем царстве. А тут много чего происходит. Всякие ящеры он лазит. Эй, ты! Изгород. Так, все. Пусти. Бежим дальше. Надеюсь, тут никого нет. Вот и все. И нету Билла. Жадность Билла погубила. Так. Я тоже так считаю. Так. Это было всегда очевидно. Здесь все нормально. Горн. Ладно. Телепортируемся. Где у нас тут? Он, по-моему, самый первый стоит. Опа. Пеппа вот здесь вот был. Овечек пас. Ну, помер. Я, по-моему, я его убил.
Так. Этого тоже я убил. Ничего страшного. Послушай, минутку. На меня только что снизошло вдохновение. Магическое оружие, покрытое кровью дракона. И я точно знаю, как изготовить его. Хм. А ты хочешь узнать? Сейчас. Минутку. Так, давайте, я принес ей несколько драконьих чешуек. Я принес. Настоящая чешуя. Вот твое зло. Хорошо. Так. Так, средние доспехи, так. Я знаю. Ну, расскажи. Можно покрыть дракон. Мои новые доспехи, они совершенно... Ты можешь купить их, если хочешь. Так. Да, это-то у меня есть. Я хочу больше узнать о магическом оружии, так. Мне нужно... И ты подумала? Да. Что с... Это лучше, чем работать на фирме Онора. Парень. Так. Будь хорошо. Блин. Эй, ты! У меня мало. Сейчас будет много, подожди. Я не верю, что это что-то изменит. Средние доспехи, так. Легкие, так. Стражника ворона, я где-то их подобрал. Он все время знал об этом. Лучше не говори, что не думает, это было всегда очевидно. Так, бандита, наемника. Конечно, в конце концов мы его поймали. Все, теперь у тебя есть что? Не прибедняйся здесь. Ты моряк? Ты моряк? Ты что, только узнала бы? Я мог бы найти применение твоим талантам. До острова? Нет, мой мальчик. Кроме того, у меня хватит. Должно быть, направляйся в замок в долине рудников. Скажи мне, если все будет... Что? Часть наемник? Сильвио забрал нескольких пар... Поговаривают, кто знает... Да, блин, там мы знаем, мы там встретили, там уже больше нету Сильвио. Он сам так решил. Ладно, пойдем. У нас есть те, кто смеются в лицо опасностям. Так. Стоп, так, минутку. Что? Я прочитала. У меня и так хватает проблем. Прочитала? Все страницы. Это не мои проблемы. Ну все, пока ты это положишь сюда. Занимайся своим делом, все, идите. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Итак, продолжаем. Что произошло за последнее время? Нет, давайте, люди-ящеры. Люди-ящеры раскладывают драконьи яйца по всему. Я мог понять это раньше. А что мне делать с ним? Разбей их. Может быть, из крупы можно будет сделать доспехи, и похоже, они очень крепкие. Действительно, правда. Так. Я не был бы так уверен. Ты не... Ты думаешь, корабль паладинов как захватили, здесь, да? Если бы знал. Должен же быть способ. Конечно. Я не хочу попасть на борт про. Ты же знаешь, у нас судья под каблуком. Ты должен пойти к нему, так, и идите, вытянуть иди, из него туда. Официальное письмо, которое позволит нам попасть на корабль. Но это не все. Не, чтобы управлять кораблем... Команда, мы знаем. Нужно проделать всем, очень большую работу. Ничего, так, кого мне взять в команду? Это ты должен решить сам. Если тебе нужен кузнец в команде... Так, ну это я уже взял. И почему это меня не удивляет? Как идут... Ну, с тех пор, как сели... По-моему, это... Но, к сожалению, у нас не стало меньше работ. Но это мои проблемы. Так, можешь пойти со мной на корабль. Да, а. Он действительно... Ты... Ты шутишь? Конечно. Я уже мне не... Кроме того, я могу обучить тебя и... Так. Я полностью с тобой согласен. Пакуй свои вещи. Пакуй. Что? Да. Я так долго ждал это. Подожди. Подожди, у меня там еще последняя реплика. Что произошло за последнее что время? Сильвия, ублюдок, прослышал о драконах в долине рудников. Он пытался уговорить парней пойти с ним. Никто в долину. Большинство не особенно воодушевилось идеей быть убитым ради Сильвио. Но все же нашлось несколько идиотов. Все закончилось тем, что они вооружились у Беннет. А затем свалили, но... Откровенно говоря, я даже рад, что... Сильвия ушел. Он даже меч толком держать не умел. Так... Я теперь даже не знаю,
Кому верить? Сначала я по-дружески тебя денежку возьму. Мне хорошо. Ты поплывешь со мной на другой остров? И почему это меня не удивляет? Так, добро пожаловать. Я не хочу иметь к этому. Подожди минутку. Побежала. Я что-то слышал об этом. Будет по-другому. Так. Это еще не все. Здесь мы... Не знаю, кому верить. Собрали. Пойди туда. Эй, ты! Так, отказался от океана. Ты бы не отказался бы от океанского круиза? Ты не отказался бы от океанского круиза? Что ты замышляешь? Ты хочешь захватить корабль паладинов? А что, если и так? У тебя совсем крыша поехала. Я не вижу. Найди кого-нибудь. Спроси Тор. Так. Короче, лошара ты. Вау. Подождите. Могу к Сагите поди сходить еще. Посмотрим, что там у нас. Так. Минутку. Мы потом опять переходим к башне Ксардеса. Забираем этого Лестера, если я не ошибаюсь. Так. Вот сюда мы пришли. Сейчас к Сагите сходим, узнаем, посмотрим, что у нее творится. Ну, кстати, говорят, ящеры тут по острову ходят, но я пока что еще ни одного не видел. Есть еще одно место, куда надо сходить. Там что-то с вино связано. Нет, у меня есть такая миссия. Так, мне нужен корабль. Невозможно плыть. Драконьяйца, напиток, молот. Разведка среди бандитов. Северный пляж. А это, короче, пиратам надо доложиться там. Если я не ошибаюсь. Ну, ничего. Так. Как выбирать? Выбирай. Вот где ты был-то, мешочек с перцем нахрен? Когда я первый раз приходил. Когда он мне нужен был. Ну ладно, хотя бы теперь у меня есть этот мешочек с перцем. Так, давайте телепортируемся сначала к Сардасу. Сардас. Где он у нас? Последний. На. Опаньки. Эй, ты! Я узнал, где скрывается. Не спрашивай меня, почему я так думаю. Что ты хочешь? Я не могу объяснить этого, но я знаю, что смогу получить... Короче, ты и так. Тогда пошли. Встретимся в гавань. Поторопись. Так. Минутку, я сейчас хлебну еще зелье. Давай. Кто тут фыркает? Пуста. Я хочу дойти... Ой. Ребята, ну-ка, вломите ему. Там ничего нет. Пойдем. Ой, подожди, а яйцо-то есть? Вы же тут что-то обитали? Нет, не нашел яйца. Ладно. Так. И как быстро ты помрешь?
На. Подожди. А где этот-то? Демон. Загасили, что ли? Падлы. Ладно. Так, ты мне не интересен. Что ты можешь сказать? Черт. Ну-ка, если так будет продолжаться моя ферма. Орки, только где вот их? Вот. Есть. Боюсь, что скоро. Где только эти орки? И нужны ли они мне в принципе сейчас-то уж? Ну, может здесь где-нибудь обитать. Могут, да почему бы и нет. Ладно. А могут там где-то это тролли эти обитали? Ну да, кто они там? Гоблины. Там вот. Быть. Опа. Так. Проблемы лабара с орками. Ну давайте глянем вот здесь вот. Внизу. Недалеко. Сейчас, если найдем, так перестреляем, поди. Потому что где еще-то их искать? Ай-яй-яй-яй-яй. Нету. Ну уж извини тогда. Я не знаю, где твои орки обитают. Надо хоть почитать, где их искать, может, подскажут. Или поди стоит один-две штучки на дороге. А я тут лазю, хрен знает где, по ебеням каким-то шарюсь. Да и орков-то давно не было, люди-ящеры там одни. И то на проходе, блин. Так. Нам нужен. И как я это сделаю? Я с мудрое решение. Я мог бы научить тебя. Так же я уверен. Ну так пойдем. Почему? Подожди, я. Чё ты? Чё ты? Ну, я готов. Двигайтесь туда. Корабля. Туда. Ещё туда. И вот, вот так вот. С той стороны лучше. Такс. Блин, сначала к судье надо. Команда, то я быстро набираю. А мне он сказал к судье сначала подойти, потому что он у нас под каблуком что-то там. Я даже не знал об этом. Так. Подождите. А где судья-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А я судью убивал, нет? Да нет, вроде. Я судью не убивал. Да где судья получается у нас тогда? Так. А они что, ушли что ли уже? Ну не мучай. Отпустим ему. Так. Вот он судья. Морга Хартли. Ах, ты отличный парень. Дай мне письменное подтверждение полномочий распоряжаться кор... Ты, должно быть, тронулся рассудком. Что ты уже слышал? Либо ты дашь мне эту бумагу, либо за тебя получение. Никто не смеет меня шантажировать. Тем более ты. Я скормлю тебя волкам, презренный кусок дерьма. Морга Хартли напал на губернатора по твоему приказу. Ты пожалеешь об этом.
Этот шантаж не сойдет тебе с рук. Вот твоя бумага. А теперь проваливай. Так. Эй! Судья нанял бандитов, чтобы они убили... Не пари чепухи! Мое слово все еще... Я не... Но тем не менее... Так. Ладно, как бы то ни было, бумага у меня есть. Сваливаем отсюда. Так. Друзей у меня здесь более нету. От этого так. Будут одни проблемы. Мне... У тебя даже нет капитана. Ты ошибаешься? Как насчет корабля стоит? Он принадлежит мне и точка. Когда мы покончим с этим, ты... И что еще? Мы все еще ждем груз со снаряжением и провизией. Отпусти. Как только он будет у нас, смотри, мы сразу же тронемся в путь. Он слишком много болтает. Ладно. Тронемся в Я путь. Я больше не хочу слышать об этом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Он сам бы никогда не додумался. Теперь... Что, зайдем в шкуру продадим, наверное. Всему, что говорят. Где ты болтай? Мне нужно... Так, я принес несколько шкур. Я при... Волчь? Совсем... Шкура варга? А, отлично. Так. Так можно... Давай, я с тебя, вот. Все, больше мне ничего не надо от тебя. Отпусти его. Он хорошенький. Да, дочь кота любит он сильно-сильно. Очень-очень. Так. Эй, ты! Я продам. Так, это давай тогда так будет. Проще простого. Не, оружие, но во всем... Яма. Давай-ка... Я могу. Что, у тебя нету ничего? Короткий меч, на. Ржавый меч, на. Ржавый топор, на. Грубый тесак, на. Грубый меч, на. Да не мучай ты его. Ксюша, отпусти. Ой, балдеет, сам балдеет, и сам мяк, а ты что там? Ладно. С тебя хватит пока. Идем дальше. А, у меня еще капитаном мог быть Джек, Джон, кто он? У меня и так хватает проблем. А где у меня? Ему стоило лучше подумать. Так. Я тебе знаю, где его так одел. Как дела? И почему это меня не удивляет? Еще не родила. Это именно так, как я сказал. Эй! Так. Никто ничему не учится у меня. Ты... Это самое большое... Я выяснил, где скрывать. Я собираюсь избавиться... Звучит раз замучил. И навсегда. Если тебе не нужен учитель ловкости... И... Да, нужен, конечно. Действительно думаешь? Я... Встретимся у... Ты человек... В наши дни... Итак. Знаешь, кому верить? Эй! Это было так, как... Что? Оглянись вокруг! Ничего не происходит, да? Я слышал, что ты набираешь команду на свой корабль. И? Я готов. Некоторые проблемы решаемы сами собой. Кто сказал тебе? Почему это? Я должен? Это просто. Я... Это... Я был лейтенантом в Королевском. Я служил моряком в битве Почему Восточного. К сожалению, у нас осталось... Ну давай, что ты можешь делать? Другое. Что ты можешь? Я обучен абордажу и ближнему бою. Я уверен, что я смогу... Так. Но он настаивал, что ему лучше знать. Как будто у меня... Что ты за это хочешь? Что я хочу? Просто я убраться помогу... отсюда. Ну, это хорошее желание. Флоту пришлось бежать после моего списания. Понятно, так путешествовать может быть опасно. Я привык копать. Любой шторм может стать для тебя последним. Не говоря уже о галерах орков. Так. И почему это меня не удивляет? Я... Конечно. Давай. Ты действительно думаешь? Да думаю, хватит. У меня там такая куча народу. Кстати, картографа сейчас попробую еще. У меня собственное мнение на этот счет. Это не удивляет. Посмотрим, что будет дальше. Идем к кораблю.
Смотрим, сколько нас там. Нас там до хрена и больше сейчас. Хотя бы я там еще девчонку забрал бы с собой. Так. Идем, идем. Надеюсь, они уже все там. Все меня ждут. Жду и рук. Это, кстати, демон. Опять же, из хроники Сиалы. Так, смотрите. Неплохая у меня команда. У меня, по-моему, в прошлый раз меньше было. Еще один там тащится. Стой! Я хотел... Здесь не на что смотреть. Я хочу попасть на... Никому не позволено входить. Я должен убить всякого, кто войдет на корабль. По имя Иноса. Я... Так, а этот вопрос никак нельзя? Этот вопрос нельзя как-нибудь решить? Я не понимаю. У меня письменное разрешение. Дай я взгляну. Все правильно. Все, мы можем войти. Так. Внизу мы уж не будем там копаться из-за всякой мелочевки. Нам надо каюта капитана. Свиток. Алхимический стол. Что-то это не каюта капитана, нет? Так, ладно. Я думал, это каюта капитана. Так. В трюм. В общем, куда мы идти не хотели, туда мы и попали. Блин. Ладно. Так. Идем сюда. Что у нас? Столовка, кампус, как правильно называется-то? Куда мне надо? Где у меня каюта-то? Эй! Граждане! Или мне за штурвал надо встать? Или что? А, вон еще! Куда мне поди надо? Сейчас, минутку, узнаем. Узнаем и отплывем. Так. Идем. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. А где ключ? Где ключ? Так, подождите, давайте-ка я лягу. Не могу я ночью бегать. Все должны спать. Так. Здесь все понятно. Здесь нужен ключ. Здесь мне нужен ключ. А где ключ-то я могу достать? Кстати, а вот штурвал. Подождите. Нет, за штурвал я встать не могу. Ладно. Смотрим. Может, он где-то тут на столе лежит. Так. Ключа не вижу в упор. У кого он может быть? Ну, я думаю, в трюме-то поди его точно нету. Это было бы совершенно глупо. Ну, на всякий случай, давайте сходим. Вот сейчас ничему не удивлюсь, потому что я не помню, где ключ. Так, это и не трюм вовсе. Трюм-то где-то вон там. Заходим вниз. Вниз. Экс.
Кстати, у кого это будет миссии, там что-то компас или что на острове найти, но там попозже, но тем не менее, все равно скажу и сейчас, ну и потом тоже скажу. Вот среди ящиков там компас, монетки, все это рассыпано. Собирать надо будет. Так, так, так. Опа. Опа. Пушки. У меня есть пушка. Может, мозгами, если пошевелю, так. Так, от вас, ага, понятно, ни хрена толком не добиться. Эй! Кто сказал тебе это? Ты, да, конечно! Отлично! Тебе лучше сначала проверить свое снаряжение. А когда ты закончишь... Блин, свое снаряжение. На всякий случай еще схожу к этому. Эй! Ты можешь сказать мне? Мне нужен этот... Как ты смеешь? Руды в долине рудников недостаточно, чтобы удовлетворить потребности короля. Настоящий враг пустил свои корни на острове неподалеку отсюда. Либо присоединяйся ко мне, либо мне придется разделаться. Похоже... Правильно. Ладно, хорошо. Когда мы покончим с этим делом, ты вернешь этот корабль обратно мне. Я переживу это. Тогда делай то, что должен. Подожди минутку. Когда мы покончим с... Так. Сохранить. А где это там? Давайте, побежали. А я бегу, 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 бегу. Я так понимаю, мне сейчас просто надо сказать пару слов и все. И мы отчалим. Но, тем не менее, я хочу еще дойти. Вот девку с собой надо взять. Скучно будет там, на острове. А на остров там мы пойдем, да. Только я уж не помню, в один, вот в 1.0, в который я играю, мы сразу в остров попадем, или там еще какой-то предостров будет. Потому что, когда я помню, в патче играл, сначала на какой-то остров попали, а потом уже только туда Ярдонат или что у них там. Мы все еще ждем. Это плохой бизнес. Кого ждете там? Драконьи яйца. Мне ваши яйца как-то не яйца. Так. Меня больше ничего не удивляет. Ну ладно, все. Ничего не поделаешь. Придется уплывать. Та-да-та-да-та-дам. Бери. Все бери. Да, кстати, что хочу сказать вам. У вас... патчах они многие будут в городе, потому что в город вы тоже будете набирать народ, и некоторые, да, в вашем городе будут. Это как он называется, где бандиты, короче, были, вот где бандиты были, вот. Набирает это, приходите туда, ведите учет, собирайте золото и руду, вот. Там же вам охотников всех этих нанимать надо будет. Смотрим, поедем мы сейчас это горн. Давай, где ты? Эй, ты! Когда мы покончим... Так. Кусок руды. Читаем. Так, сохранюсь на всякий случай, потому что при загрузке видео бывает это... гасится. Итак, вот мы на отплытие корабля.
Ну, кстати, большая у меня команда, по меркам-то взять. Так-то пятерых хватило бы, вполне до жопы. Ну, как видите, вон, сколько собрал аж. Не факт, что обратно все вернутся, но все же... Да, так-то представляете, да, как сказочно, на корабле плавать, это нормально. Все, наверное, мечтали на таких кораблях поплавать. Быть, не знаю, пиратом, первопроходцем или еще кем. И плыть, плыть по волнам. Ну, где ты? Ах да, я еще не самый эмоциональный. У меня нет этой истерики, что... Я проиграл, что делать? Нет. Все нормально будет. Так. И вот мы приплыли. Что ж, на этом, я думаю, все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну и, конечно же, комментарии оставляйте. На этом все. Пока.